Пошла я на почту, мне на денежку снять с карточки. У нас тут банкоматов нет, только можно на почте. И хочу зайти купить фитоспорин для рассады, потом, чтобы полить после пересадки через некоторое время. И корневин посмотреть у нас тут. Тоже для укрепления корней, чтобы все хорошо было. Ладно, идемте. Все, ребят, приготовила ленивые голубцы. Пока ходила на почту, они у меня приготовились. Сейчас сварю еще макарошки к ним и будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у нас время вечер. Муж уже сделал 2 парника. Все. Смотрите, как цветет красиво. Тут черемуха тоже красота белая. Я постирала кучу белья уже. Там у меня сыночка огород копает. Вы не видите, правда, только мукушку голову дую. Так что вот такие вот дела. Курочки уже спать легли. Жизнь потихоньку идет. Я поставила делать картофельную запеканку. Чуть позже покажу, как приготовиться. Так что вот так вот. Ладно, дорогие друзья, я пошла кое-что пересажу. Потом покажу уже, когда все отсажусь, уже потом вам все это покажу. А пока буду все садить без того, чтобы мешали, как говорится. Ладно, всем хорошего вечера и хорошего настроения. Вы посмотрите, какая красота. Ой, что-то чересчур приблизила. Черемуха как цветет. А какой аромат тут стоит черемухи. Вот это вот черемуха, а это, по-моему, ирга у меня. Вот тут такая небольшая. Тут было 2 ствола. Но видите, один отломился и один остался. Но он хорошо, и черемуха. Тут черемуха, вот там у нас черемуха. Ну и там дальше еще черемуха есть за дома. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего вечера. Дорогие друзья, испекла я, сделала, короче говоря, в духовке картофельную запеканку. Сейчас положу на тарелку, покажу, что получилось. Вот такая вот, ребят, запеканочка у меня получилась. Поближе камеры сделаю. Тут у меня картошка, капуста, мясо, морковочка. И сметанным соусом все это залито. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдем кушать. Всем добрый день. Кто там? А, ты его пишешь. Короче говоря, чем я занимаюсь? Суп варю. Вчерашнее все доели уже. Слава богу. Начинаем варить на сегодня свежее. Егорка у меня пришел уже с консультацией и копает мне грядку там перед окнами. Потом вскопает и пойдем с вами садить ее. Их эти грядки посадим. Помидоры у меня уже высажены. Все покажу позже, когда уже все полностью высажу. Потом покажу, где что у меня. Так не хочу уже. Смотрите, какая картошка. Мужа дома сегодня нету. Ушел со своим братом, что-то они там делают. Поэтому вот так вот. Ванюшке немножко получше, но насморк у него все еще сохраняется. Насморк и кашель небольшой еще есть все-таки у него. Что, сына? Фу, я думаю, это Ваня пришел, это Света, кажется, пришел. Это Света пришла. Так что вот так. У меня Маша с Оксаной ездят на площадку. Каждый день им приходится денежку готовить на проезд. Так что как-то так. Я вообще, конечно, в шоке насчет вот этого всего у нас тут. Ну, ничего не поделаешь. Тут полгорода у нас теперь возмущается. Особенно те, кто с нефтяников. Как-то так. Сварю супик сейчас.
нехорошие. Картошку я почистила. Сейчас достану с морозилки морковку. У меня там со вчерашнего оставалось морковь. Да. Вчера не всю сделала морковку, заморозила то, что осталось, поэтому сегодня она хорошо у меня пригодится, не буду новую разделывать. Ладно, варим супик. Дорогие друзья, у нас уже время вечер. Ты, Маш, тоже с нами в садик? Ну, Оксана еще с нами идет. А? Можно, она тоже велик берет. А где у нас маленький самокат, который Маринин, складной? Найди мне его, пожалуйста. Узенький. В смысле не ездит? Он в том году еще нормально был все. Он в гараже? А что он там делает? Вроде доставали же нынче. Ты не свалишься с него, моя хорошая? Господи. Кто на чем? Да я в курсе, это я себе когда-то покупала, а сейчас уже он не мамин. Да. Чё ты? Мы на улице будем их играть. И? Мамин велик отжали. Там педали-то шатается. Так, на эту сидушку мне на другой велик переставить, папе сказать. Я себе, потому что нынче другой велик взяла. А этот у нас Оксане достался. Оксан, ты на нем так шатаешься вообще, пипец. Короче, дети идут на великах, а я пешком. Молодец, умница. Сейчас я вам открою двери, подождите. Тайсон, скажи всем привет. Скоро у тебя косить тут надо будет. Сейчас попозже надо будет бензин купить и косить будем. Давайте, выезжайте аккуратно. Все, шагаем в садик пешком. Ну, девочки на велике, мама пешком в основном. Мы уже идем в садик, а там Маша с Оксаной. Тут Мариночка идет. Марин, скажи всем привет. Привет. Да. Что ты это у тебя? Одуванчик. Да, одуванчик. И идем мы домой. На улице очень тепло, я в такой майке. Мариночка в платьишке, кофту с собой забрали. Да, еще одуванчик сорвала. Аккуратно. И идем домой. Дальше огородом заниматься. У нас уже день. Оксана уже пришла с площадки с Машей, да, Оксана? И сейчас мы куда, Оксана, идем с тобой? К Маше на концерт. Да, к Маше на концерт. Маша сегодня опять выступает. Сегодня пришлось ее с площадки пораньше отпросить, потому что она выступает. Ваня там в окно мне стучит. Ладно, идем мы, а то мы уже опаздываем на концерт. Дорогие друзья, у нас уже вечер. Пришли мы с Машиного концерта. Я там ничего не снимала, я фоткала, потому что у меня телефон был разряжен. После концерта я сразу сходила в садик, забрала Мариночку, привела ее уже домой. Она уже дома, у нас на улице такая жара. Я иду, думаю, почему у меня так голова разламывается? А у меня давление под 140. Но в целом не в этом суть. Фотографии я вам сейчас вставлю. Машиного выступления. Девочки молодцы, хорошо выступали. Сегодня ничего не снимала, но чисто так пофоткала их только. Потому что, видите, телефон был разряжен. А так в целом хорошо побыли там. Наверное, час-полтора, может, где-то концерт шел. В честь то, что лето начинается, в честь лета вот этот был концерт. Очень интересно. Они молодцы, всегда выступают там. Вкратце, что у нас происходит, что дома? Все хорошо у меня. Маша с Оксаной продолжают дальше за деньги ездить на площадку. Талоны так нам не предоставили, автобус тоже. На автобусе возят только соповские семьи, я так поняла. Ну вот, которые на учете их опасной семьи как стоят. Вот их только возят на автобусе. А остальные ездят за свой счет. Талоны не предоставляются. Поэтому вот так вот. Но не в этом суть. Ладно, фиг с ним. Конечно, как мне ребенок сказал, мама, лучше бы мы эти деньги в кафе сходили. Ну ладно уж, что теперь поделаешь. А так в целом вроде все нормально у нас. Катюха тут ходит, что. Так что вот такие вот дела.
Слава богу, лето началось, у нас хоть тепло стало. Как вы заметили, мы шкаф поменяли, другой поставили. Это мой рубль, положи. Катя какую-то мелочь собирает мою по квартире. У меня то там рубль лежит, то там рубль лежит. Катя ходит везде, все подбирает, как подберушку. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего вечера.